Дорогой вы наш, здравствуйте. Мы к вам пришли поздравить с 9 мая. Спасибо вам. Валерьян Львович. Телевизор. Ага. Какой телевизор хотели? Это да. Какой хотели? Спасибо. Этот новенький смарт-телевизор – подарок, который заказал для себя химчанин, ветеран Великой Отечественной войны Валерьян Львович. А еще в качестве презента – большая корзинка с угощениями и комплект постельного белья. Недавно чиновники поздравили ветерана с 99-летием, а теперь очередная волна подарков к 75-летней годовщине Великой Победы. Три раза ранен был. Ничего, дожил. Несмотря на то, что в этом году майского парада не будет, ветеран не унывает. Ну ничего. Ничего, прорвёмся. Переживём. Да. Дочки поздравят. А вот Михаил Александрович Вейцман за несколько месяцев до Дня Победы просил у администрации Химок билеты в Большой театр. К сожалению, из-за пандемии все культурные программы отменены. В качестве альтернативы ветеран попросил в подарок смартфон. Вот буду телефон осваивать. Освою, обещаю. Всего в микрорайоне Левобережный живут 144 ветерана Великой Отечественной войны. Мы поздравляем всех одинаково, наборы для всех одинаковые предоставляются. Единственная идет разница в том, что участники боевых действий получают еще тот персональный подарок, который они непосредственно хотели. И персональный подарок от губернатора. Всего в Химках проживает 1800 ветеранов, в том числе блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла.